Відкрита трибуна. У 2019 році Україна за квотами зможе прийняти майже 4 тисячі трудових мігрантів. На вашу думку, яких спеціалістів не вистачає в нашій країні? Як по мені, в основному нам зараз потрібні інженери. Это личное мнение, потому что я смотрела на многие развитые страны, и очень многие из них поднялись в свое время именно за счет таких корпораций, как машиностроение, какие-то технические корпорации, тот же Apple, да, который поднял Америку довольно неплохо, или Samsung, который поднял Корею. Вот, поэтому если бы в Украине занялись какой-нибудь такой деятельностью масштабной, то это бы очень помогло нашей стране. Не надо. Не надо, потому что у нас свои рабочие силы решили некуда устраивать. А еще иммигрантов. У нас так ребята молодые ходят, хотят работать, а из-за них, из-за иммигрантов невозможно устроиться на нормальную и хорошую работу. Вы знаете, я расскажу свое мнение, что наши специалисты, у нас достаточно своих специалистов, но создалось такое положение на сегодняшний день, что много уехало за границу. И уехали те лица, люди, которые, те специалисты, которые мы будем нуждаемся и будем нуждаться в дальнейшем. Я считаю, что на сегодняшний день у нас, если бы создать условия для наших специалистов разных специальностей, начиная от медицины, там, учителей и других отраслей. У нас своих достаточно специалистов. Я с трудом, я хочу сказать, что наш украинский народ настолько мудрый, способный, мы бы справились и без эмигрантов. Интересный вопрос. Некомпетентна в этом вопросе, не могу сказать вообще. Никогда даже не думала об этом. Но не в министерство. Я скажу так, не в министерство. Где хотите, там и приглашайте. Сложный вопрос. Честно говоря, мне кажется, что наша медицина сейчас немножко хромает. Те студенты, которые вот где-то, вот, когда я заканчивала, особо не учились, честно мне признавались мои друзья, что вообще никто не учится. Поэтому, мне кажется, медицина, все, что связано с юридической сферой, мне кажется. Хотя у них совершенно, в Америке там совершенно другая система правовая. А откуда будут набирать? Иностранных? Медицина, наверное, и все-таки... И юридическая сфера. Учитывая то, что сколько людей уезжает сейчас из страны, то, наверное, соответственно, надо и пополнять вот эти прорехи, которые сейчас есть. Много народа уезжают в Европу на заработки, потому что там, соответственно, другая плата. Ну и у нас получается дыры, скажем так. Вот эти дыры надо заполнять. Как это будет происходить, я, честно говоря, не знаю. Открыта трибуна.